Сейчас будем делать как подсвечник. Это подсвечник будет или венок? Да, подсвечник это будет. Угу. А сейчас мы мажем клей на картоночку, чтобы закрепить. Это у тебя из фикс-прайса клей пристает? Или из Леруа? Это из фикс-прайса. Из Леруа у Пети. Девчонки, не перевезут мне. Вот, мы сейчас на картоночку мешковину заклеим. Да. А, мешковина это для плотности? Несколько слоев картонки клеем. Да, для плотности. Сколько? Три штуки? Три штуки. А шишки где взяли? Из леса, что ли? Шишки из леса собирали. Сами. Еловые шишки. Еловые. Длинные, красивые. Уж не будем рассказывать. Мешковину сейчас видишь, как клеим. Ничего, быстро клей сохнет? Сохнет быстро. Надо успевать. Где ножницы я тебе давала? Ой, не знаю. Вон, подмешивать под мешочком. Вот там еще целая гора шишек, похоже, да? Да. Это тоже все из леса? Да. Ходим, собираем везде. То есть это у нас подсвечник из шишек? Или что-то еще будет? Подсвечник из шишек, там украшать будем еще шишки. Красиво. Не одни шишки. Да. Надо же красиво, чтобы было. Ну-ка, подрезаешь? Да, подрезаешь, чтоб... Сгибалось, да, хорошо? Да, чтоб... Равномерно легло. Че, да, горячо? Клей очень горячий. А что ты можешь в перчатках больше? А потому что он этот быстро сохнущий, поэтому горячий. А, он быстро сохнет? Да, он очень быстро схватывается. Супер клей, как бы, типа такого, да, получается? Нет, это... Нет, типа эффект Эмидо. А, мгновенно? Да. А он хорошо держит? Он очень хорошо держит, да. Для поделки раз, да? А ты на продажу не делаешь? Делаем. Надо делать? Делаем. Времени пока нету, со временем все это будет. Знакомого некогда еще. Много дел, пока... да? Много дел, да, у тебя? У меня очень много пока дел, времени нету, со временем. Ну это, наверное, потому что стройка еще идет. Да, да. На продажу пойдет все это в перспективе. Вон пусть запросы оставляют. Кому это надо? Нужно. Там, если что. Заказы принимаем. Это мы обрезаем, чтобы закруглить, чтобы. А у тебя раз так шишек много, тебе надо эти елки делать. Елки будем делать. Надо показать потом, какую елку. Да. Это вот в видео, когда я ходила котов кормить, там как раз эту елку видно. Я там немножко показывала. Загибаем, ну, чтобы по кругу, чтобы это все шло. Ну-ка. Чтоб не это самое, не торчало вот так друг на друга. Как плавно переходит. Да, чтоб это. Ну-ка, покажи с той стороны сейчас, как приклеишь. Сейчас я еще. А у нее эта сторона лицевая раз будет. Да? Обратно или это? А это? Это низ будет. Ой, тоже красиво. Да. Тебе надо какое-нибудь панно из такого делать, кстати. Ты не думала? Панно будем делать. Все думали. Да? Времени пока нету. Тебе надо записывать. У тебя блокнот есть с идеями? У меня это все в телефоне. Картинки. А, есть картинки? Конечно. Ну ладно. Ну, что я хочу. А то если не из картинок, надо записывать. Ну, не вспомнишь, когда много идей. Надо в перчатках работать, да? Да, тебе надо перчатки. В перчатках это неудобно. Неудобно, просто. Да? А если тканевые? Типа садовых, нет? Ну, тоже это самое, не очень. А то вон ожоги будут. Что, уже приклеилось, что ли? Все приклеилось. Ничего себе. Да. И не пахнет, да? Нет, прикольно. Это же, пластик. Как... Смотри, целая палка уже почти ушла, да? Да. Это что? Расход очень большой. А палочки где берешь? Тоже? Это где-то там. Я и в Леруа покупаю, и в фикс-прайсе. Все подходят? Да. Так. То есть это ты их на бок, да? Сейчас буду, да. А, я поняла, ты по периметру будешь сейчас делать, да, солнышком. Да, да. Круговой вот так будем их, ну, шишки клеить. Пришел Жуля. Где он там? Вот. Не видно. Пришел, вот, смотрит. Что тут тетя делает, смотрит. Ага, ну-ка. Вот он. Пирожочек-то. Ну-ка, покажи ему шишечку. Ой, ну-ка, мам. Много шишечек использовала. Ты его выгнала? Ну, шишек то нет, много шишек. От витебских сколько привезла? Ну, да. Вот так вот по периметру приклеили все. Ты сегодня только подсвечник будешь делать или что-то еще? Да. Уже надо. А, там все равно? Конечно. Сегодня никуда не пойдем.
Ну-ка, покажи нам мешок с маленькими шишечками. Или ты клеишь сейчас? Не клеится. Сколько это ушло? Может, не пропитывается бичок? Ой, как ее там, мешковина? Там что-то... Вот, говори еще раз. Теперь снегом будем засыпать. Угу. А что за снег? Пшикалка, который? Нет, я сама изготавливаю снег. Ух ты! Который не стирается. А из чего? Надолго. Из чего ты его делаешь? У меня там... Секретная технология? Шпаклевка. Ого. ПВА. И... Чё себе? Краска. Первый раз такой. О-о-о! Иди, иди, все живы. Это с блестками какая-то там, это? Да, подставка, да, для этого. Ух ты, она какая-то. Для свечек. А, я думала, это свечка уже. Мама, а что это такое зеленое? Это... Меховушка. Это вот это. Это не для цветов, которые в тыкивалке? Да. Прикольно. Оазис. Ага. Только сухой просто, да? Да, он не намоченный. И что туда будешь делать? Это у нас подсвечник, как туда. Mm. Ну, как, чтобы туда глубоко не ставить. Здесь уже приготовлено, да? А? Здесь приготовлено уже. Эта масса уже приготовлена. Что, она не сохнет у тебя? Под крышкой. Вот сюда нанесу, и оно... Вот так ну-ка. Да. И оно это... Через ткань стебар, можно, да. Да. Слушай, а нельзя елку так помазать? У меня елка... Да, можно, осыпаться не будет. Слушай. Я тебе дам раствор, сделаю. Будешь вот так. То есть я, если ее запакую, его вот на следующий год открою, и опять нормально будет? Я тебе сделаю. Вот так даже много можешь наносить, прям кучками. Потому что сырой снег, это вообще фигня. Не работает. Они все осыпается, вот это оно засохнет. Да, и... у меня вся квартира была белая в итоге, да. А на елке снега не было. Это вечный снег. Прикольно. Называется. Мне вот чего на елке не хватало, это бус и вот такого белого снега. Это я... Для своей елки же белые мне надо, тоже осыпалась. Я себе нашла этот рецепт. Нам надо с тобой видео снять, как ты делаешь такой рецепт. Это... Я потому что первый раз такое вот, слышу. Вот это свободно. Давай-ка плотнее сделаем. Это посадим. Угу. Одну штуку эти. Давай. Давай, давай. Смотри, сколько, да? Ничего, это самое уходит и уходит. Угу. На, вот. А сколько такая упаковка стоит? Вот это спроси недорого. 70 или 50? 50. Надо купить. 5 или 51, да. Шучу, какие тебе надо купить еще. Угу. Надо в запасе всегда держать. Да. Раз ты развлекаешься так. Не только эти же, можно много всяких. Короче, у меня ожог. И зеркала оформить. Я из шучков хочу. Ну, это на елку ушло, да? Зеркала, знаешь, как прикольно? Много брала, я про это говорю. Мам, а? Типа сено есть, когда штучки такие. Вокруг зеркала делаешь такое солнышко. Очень круто. Маленькое круглое зеркальце берешь? Классно, да? Это снег. Ну и не обязательно, кстати, на Новый год, да, такую? Это хоть куда оно это? Я не буду, я ее на полку поставлю. Июль тогда сюда. Ну, я да, ну хоть куда да, это, да. Это же подсвечник. Да. Натурпродукт. Кисточка, наверное, твердая, нет? Или так удобно наоборот? Так удобно. Ой, что-то там попадало. Мама, там какой-то волос попал. Это не волос, это. Это клей. Вот это. А, засох? Вот этим же клеем. А на газетку клади. Тебе же газетка не нужна. Потом я технологию покажу. Клеем вот так мажешь. А, и на как будто это, да? Да, это потом краской, вот да. Этой снегом. Это что получается эффект? Не сеточка, как это называется? Вот. Оно не паутинка? Сетка. Паутинка, да, это что такое. Ну, потом я покажу эффект. Ладно. Очень красивый. Дождь будто какой-то. Снег стекает, лед вот это самое течет. Сосульки? Да, да, как сосульки. Прикольно. Тает и это течет. Угу. Такой эффект. Что-то оно не отклеится, что ли, от руки? А? Клей отклеится, как не отклеится. А вот. Что-то он меня жгет и жгет, зараза. Можно было это золотом бы обрызгать. Ну, это мы, эффект. Там-то есть золото. Угу. Снегом будто. Мы можем, в принципе, это завтра утром нарезать тебе ель. Голубые. Вот ты ель сюда потыкаешь. Голубые, наверное, не буду я. Ну, тогда будет совсем новогоднее. Да. Это у меня тогда будет уже да. Это такая. Да. Ну, ты золото любишь, давай.
Ну, ей подойдет в интерьер к дереву, сюда, да, сюда тоже я не буду сильно плотно, пускай она так не будет мешковина. Да. Мне так больше нравится, да. Я не люблю, когда сильно пестро. Угу. Так, сейчас вот эти листочки. Уже цельно, да, ведь? Ну да, уже, в принципе, готовые. Ну вот раз есть веточки, их надо, по крайней мере, сейчас приложим, посмотрим, что там получится. Вот я тут подсвечник начала делать, банку задекорирую, покрашу тоже, и вот этими. Вот у меня там берёзы. А, нет, тут. А как ты их будешь прикладывать, прям целиком или как-то нарезать? Обрезать будем. Мы цветок сначала. А цветок куда тут? Сейчас обрежем. А, порежем, в смысле? Да. Основа цветок будет, акцент. Ну-ка. Покажите. Ой, плохо режется. Там что, металл? Там же, да. Тебе кусачки надо. Кусачки надо. Мне не кусачки вот эти. Плоскогубцы? Нет, да. Пассатижи? Плоскогубцы. Нет. Да. Нет, есть. Сейчас, подожди. Вот это, конечно, большевато. Это очень большая штука. Сюда непропорционально. Надо ее... Сюда, если бы ты две шишки убрала, тогда бы цветок влез. Может, там даже не цветочек, а вот эти, может быть, поменьше? Смотри, там шарики есть золотые. Это большие. Я думала, может, отделить. Да, его надо в другое во что-то. Вот тут хорошие штуки есть. Да, ой, звездочка классная. Да, вот звездочки. Мне кажется, тоже вот это больше пойдет. Надо звездочки и шарики. Вот, вот, смотри. Да, вот так, вообще. Да. Вот эти шишечки тоже. И так сдержанно, да, получается? Да. Это большевато. Я думала, может, разделиться. Не-не-не, на другой положь потом. Ну, звездочки вообще классные. Вот эти вообще классные. Да. А я их так и не видела, они в массе когда лежат. Ага. Вот поэтому люди вот такие вещи берут. И уже сами. Ну, это только вот для поделок хорошо. Да-да, они. Потому что если сама по себе, уж очень пестро. Они оформляют. Угу. Даже через эту боль. Да, делай через расстояние, а то получится. Сейчас посмотрим. Можно три штуки сделать, наверное. Треугольник. Да. Тут как раз три штуки есть, наверное, да? Я думаю, сильно много не надо. Нет, я так нет, тут не перебор. Люблю. Не да. надо. Мы к ним, к этим это листочки сделаем. Да. Сейчас, сейчас вот. Мы сначала положим. Так. Ну-ка. Но. Да, ты положи, посмотри, потом будем клеить в конце. Да, 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 я. Так и сейчас. Делаешь? Даже вот так самодостаточно. Да. Вот. Вот так, да? Да. Угу. Да. Тогда они аккуратнее смотрятся. Ну вот, сейчас это зажим. Готово. Вот так. Вот тут шишечка. Какая-то веточка и шарики. Это как снежинка. Да, это. Снежинка. Да, может, это снежинка и есть. Можно, ну, по-разному можно воспринимать. Это, наверное, снежинка. Mm. Типа скорее снег всего, же. Да. Вот это немножко так. Потому что у меня красного так много дома. Да-да, тебе, такое, да. Тебе золото. Да. Тебе хорошо идет золото. Тем более, если туда будешь ставить, у тебя же золотое там. Вообще... Так, все осталось приклеить только, да? Вообще. В принципе, все готово. Ничего лишнего не надо, да? Мне больше ничего не надо. Осталось тебе свечку купить какую-нибудь. Сейчас это... Свечку придется купить, да, нету. Угу. Что у нас тут получилось? Вот эти можжевельники можно обрезать. Тут еще добавили такие белые ягодки пенопластовые. Вот зимой можно. Завтра нарезать. Да, я обрежу можжевельник, кстати. Вот положу. И пахнуть на петуйку можешь, что угодно, тут пихту. Ну, зеленые можно будет. Не можжевельник, а штуйку. Такая вот. Композиция. На работе есть немножко. Можно. Что, все, больше ничего не будешь добавлять? Во дворе есть. Такая большая снежинка получилась. Большая снежинка получилась. Сейчас нагреется. Все, сейчас ничего не надо. Сюда. Больше ничего не надо, нет. Я не люблю, когда сильно много. Вот это очень хорошо получилось. Да, это потому что уже на грани будет. Вот эти беленькие мне нравятся. Они очень освежаются. Да. Все, сейчас. Молодцы. Справилась. Декоратор. Ну, быстро так-то начинать только надо. Да. Сколько мы? 10 минут? 15 сидим.